Три минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. Вам нужна квалифицированная помощь нотариуса. Кто занимается вопросами нотариального обслуживания граждан у нас в регионе? Об этом поговорим с председателем областной нотариальной палаты Маргаритой Жоровой. Маргарита Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. У нас образован с 1 января 2014 года Гомельский нотариальный округ. Всего в округе осуществляет нотариальную деятельность 127 нотариусов. В каждом районном центре и в городе Гомеле образованы и созданы нотариальные конторы. Также у нас в городе Жломине есть два нотариальных бюро. Один и два, где работают бывшие частные нотариусы. А вот нотариусы, которые сегодня осуществляют, работают на базе бывших государственных нотариальных контор. На сайте belnotary.by есть наш сайт официальный, есть информация обо всех нотариальных конторах, обо всех нотариусах. И любой желающий найти нотариуса может, обратившись к этому сайту, найти контору, найти режим ее работы, определить удобное время для приема, сделать предварительную запись с сайта прямо belnotary и уже потом, договорившись о приеме, явиться в контору. Если говорить о действиях, которые должны совершаться в конторах, то формально в любую нотариальную контору и к любому нотариусу может обратиться гражданин Гомельской области. Единственное пока, где у нас есть ограничения по территориям, это наследственные дела. То есть вот наследственные дела также имеют границы, и об этом рассказано и на сайте Белнотари. Есть там сведения и архиве нотариальном, где он хранится, как туда можно обратиться, где получать дубликаты. И если человек не сможет найти этот сайт, то он вполне может позвонить в любую нотариальную контору, либо написать к нам обращение в территориальную палату, либо же прийти в контору, получить предварительную консультацию и получить необходимую информацию. Спасибо, Маргарита Анатольевна. Я напоминаю, ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.